Анонс и точь до выхода 243-й серии турецкого сериала «Плен». 243-я серия сериала выйдет в эфир 3 января. Ранее в сериале мы увидели разговор Хиры и Рухуна. Девушка пытается доказать, что не состоит с Джихангиром ни в каких отношениях. Она просит Рухуна доверять ей и взять ее в знак этого за руку. Но Рухун отказывается. Он больше не хочет доверять девушке. Ему кажется, что она только и делает, что подводит его. Он так ослеплен своим гневом, что не хочет даже на мгновение остановиться и подумать, что мог поступить как-то неправильно. Когда Джихангир прибывает в особняк, чтобы помочь Хире, то встречает лишь Рухуна, который направляет на него пистолет. Нева продолжает вести свою коварную игру, впутывая в нее всех, кто попадается ей под руку. Она расставляет все больше ловушек для Хиры и Рухуна, бессовестно используя для этого своего брата. Все, чего она желает, это разрушить отношения пары, а после и всю жизнь особняка Демирханлы. Она готова идти по головам ради этого. Возможно, Джихангир еще сумеет помочь Хире доказать, что она ни в чем не виновата, и что Рухуну стоит наконец открыть глаза на настоящие проблемы, творящиеся в его доме, а не гоняться за соломенными чучелами его сестры. Но станет ли Рухун слушать брата, неизвестно. Возможно, Джихангиру придется действовать самостоятельно для того, чтобы обелить имя Хиры в глазах Рухуна и его матери, и наконец показать им, какой на самом деле является его сестра, какую змею они невольно пригрели на своей груди, и сколько яда она уже подлила в их жизнь. Первым делом он постарается поговорить с Афифой. Все-таки женщина-хозяйка в этом особняке. И возможно, если он сможет достучаться до нее, то дальше все будет намного проще. 243-я серия сериала выйдет в эфир 3 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.